Здрасте, здрасте. Мы продолжаем проходить The Last of Us. Первую часть. Это третья серия. Я не буду рассказывать предыдущей серии. Расскажу вкратце. Мы встретились с Элли. Роберта убили. Всё. Всё вкратце. И всё. Да. А, это видео будет сделано в другой программе для монтажа. Так что монтажа здесь, скорее всего, не будет. Так его и в прошлых не было, но в прошлых было много монтажа. Привет, тварь. Ну ладно. Ого, я слышала стрельбу. Что случилось? Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же профи, я просто иду за тобой. Немедленно докладывайте о подозрительных лицах. А куда мне не идти? А, сюда. Да. Сюда. Поживей. Внимание! Помощь преступникам карается смертной казнью. Куда мы идем? Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. Я каменщик! Работаю 3 дня. Ааа, без зарплаты. Куда мне ее катить? А. За мной мелкая тварь. Я ее пристрелю. Я нажимаю на курок. Ну все, прощай. А товар вы по туннелю касаете? Да. Типа контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦКАД подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично! Супер. Плевать на тебя. Пришли. Чего разлёгся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Пойду нашусь хлорки. Часы разбились. Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмар. Да, я тоже. Какие сны вам снились? Знаете? Ну,
Я потом еще будет время, расскажу. Не бывало так близко границы. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще это нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин. Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на Безрыбье. У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. Идем. Ну вот, в общем, расскажу. Знаете, у меня есть друг. Он не любит, когда я называю его в своих видео, но он был в моих видео. Черт. Ну, в общем. У него появился свой канал на ютубе. Он, скорее всего, не будет смотреть это видео, но я ему передам. Ты капец какой везучий. Ну, в общем. У него... 10 подписчиков. Она сказала, несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Лезь, посмотри, что наверху. Ну, в общем, у него всего одно видео. Стойте, впереди патруль. 10 подписчиков. И... Ну все. 43 просмотра на одном видео. Давай, Элли. Почему у меня нет такой активности? Осторожней. Дочь, конечно, не радует. Охренеть. Я за кордоном. Кстати, выйдет 2 видео одновременно. Я хочу вам сказать. Вот сюда. Так, без глупостей. Но... Вставайте на колени. Сканируй, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут 3 бродяг. Так точно. Дай сбежать. Мы хорошо заплатим. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро они. Пара минут. Простите! Ни хрена ж. Я и не думала, что вы их убьете. Вот. Смотри. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась.
Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять? Я тебе не верю. Тесс, беги. Беги! Вставай, бежим, бежим! Твою ж мать! За мной. Вы про меня забыли на эту. Если вообще кто-то досмотрел этот момент. Твою ж мать! У меня 2 круга. За мной. Быстро. Бегом! Черт подери, сколько солдат! Солдаты, вон там! Да вижу, вижу. Похоже, прорвались! Проверить траншеи! Не лезьте. Они точно Капец, я испугался. Ну, впереди еще. Сколько? У меня всего 3 патрона. Если стрельну в голову, нет смысла на нем шлем. Здесь есть проход. О, я знаю этот момент. Как же их тут много. Как мимо них пробраться? Нас пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Жесть. Ты хочешь по-плохому? Блин, они совсем рядом.
Ладно. Чтоб тебя! Офигенно отвлек. Да блин, практически ты бежал. Они совсем рядом. Попробуй отвлечь. Слыхал? Стоит на тяку. Бежим! Тесс, есть идеи, куда нам? Я свалил от них. Вроде похоже. Не отставай. Хоть от дождя скрылись. Ну как? Вроде можно пролезть. Куда? А, фонарь. Мать. А. Нет. Куда пролезть? А. Отряд Чарли, прием. Стоп, стоп. Опять солдаты. Цель не обнаружена. Вернуть поиски и видеть всех карабинов. Нас пока не видят. Ты, по машинам. Не лезем на свет. Они ушли? Нет, они еще тут. Самое время передохнуть. Джоэл, посмотри, что тут полезного. Слушаюсь, шеф. Да нифига. Детали это, конечно, хорошо. Но все же. Тесс, нам сюда через трубу. Вроде тут есть проход. Держись рядом, Элли. Ладно. Стоп. Собираемся, нас отзывают. Возвращаемся к стене. Илфрика, грузимся. Вперед. Все, свалили. Какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона.
И врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? А то, что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Да брось ты. А вдруг, Джоэл? Доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Я знаю. Сюда! Пойдем через центр. К рассвету будем у Капитолия. Надеюсь. Ты слышала? Да, но вроде бы далеко. Черт. Пока нет. Идем. Фиговая пропасть. А вот и Капитолий. Да, нам придется обойти. Это типа центр города? Ага. А теперь тут пустырь. Сюда. Так просто спуститься вот так вот. Аккуратно, и все. Ухо-то мне не нравится. Валя. Да. Труп еще свежий. Это плохо? Вероятно. Пойдем-ка отсюда. Еще один. Ну что, почитаем. Журнал боевых действий. М245Е. Прибытие в сектор 2... 24-38А. Никаких контактов. Вызван патруль на запад в сторону центра города. 21.00. Никаких контактов. Никаких, блин, контактов. 23.12. Рядовой Волтер доложил о контакте с зараженными КЦИ. На второй стадии возле разрушенного офиса. Выдвигаемся на разведку. 23.40. Множественные контакты. Рядовой Волтер Ша Кулич погибли. Мы окружены. Отходим в здание. Эвакуация срочно. Похоже, они не дождались подкрепления. Надо, кстати, это почитать. Стадия 1. Бегун. Не позволяйте себя окружить. Кардицепсис контролирует двигательные функции носителя. На первой стадии зараженные отличаются повышенной быстротой и ловкостью. Как правило, держатся группами. Не позволяйте себя окружить. Стадия 2. Сталкер. Прячься, нападает на засаду. Контролируйте обстановку. Стадия 3. Щелкун. Ничего не видит. Зараженные на третьей стадии полностью слепы, но обладают чутким слухом и ищут жертв с помощью эхолокации. Не прижайтесь к ним, они быстро и яростные и наверняка.
А, они бьются яростные наверняка. Стадия 4-Т. Никто не знает, что дальше. Записка брату. У нас почти случилось... Привет, братишка. У нас практически получилось. Но, увы. Сейчас я сижу снаружи и знаю, что уже никогда не попаду в зону. Пока мы ждали контрабандиста, пришел армянский патруль. В панике мы прятались в заброшенном доме, и нас не заметили. Что там были споры. Теперь мы все заражены. У нас осталось несколько часов, максимум... А, это мы уже читали. Щелкун. Жуть. А с лицом у него что? Это значит, он давно заразился. То есть они слепые? Вроде того. Они ориентируются по звуку. Как летучие мыши? Летучие мыши. Если услышишь их щелканье, сразу прячься. Черт. Все здание на честном слове держится. Мне кажется, мы встретим кого-то из них. Тут нам не пройти. Значит, нам сюда. Да, в стену. Я не пойму, куда нам идти. Детали. Нафига ты приседаешь, Джоэл? А куда нам? Сюда тоже нет. И сюда нет. А куда нам? Отойди. Да. И сгинь. Сгинь, я сказал. Бабки улучшают ваши навыки выживания. Скотч. Ну-ка, помоги. Ну вот мы с ним и встретились. Спасибо. Ты цел? Ерунда. Поищем припасы. Черт! Вот это жесткач! Это точно. Ну, кстати, смотрите. Благодарю. У меня выйдет... Вот получается, да, у меня выйдет ролик по Фортнайту и по... Ну, из вас, Туфасу, вот этот, который вы смотрите. По Фортнайту выйдет на следующий день. Вот этот, который вы сейчас смотрите, выйдет, скорее всего, сегодня. Вот так. Нет, камень лучше. Камень можно по лесу дать несколько раз. А бутылка сломается сразу. Ну все, валим отсюда. Так, стоп, отсюда я пришел.
Да, вот мы его завалили. Что ж такое? Глянь, есть ли там проход. Чисто. Давай, Элли. Ну все, лезь. Давай. Так. Ага. Так. Теперь давай. Так. Щелкуны? Черт. Скорее, скорее. Я думаю, это сработает. Вот и выход на лестницу. Кстати, щелкуна можно только зарезать, его нельзя задушить. Вроде все. Элли, ты как? Стремновато, конечно. А так порядок. Пошли. Да, давайте орать больше. Чтоб нас услышал щелкун. Секунду. Теперь вы, дамы. Давай, не стой. Прохода нет. Поли... Охренительно. Просто не смотри. Что? Ты это серьезно? А можно упасть? Нет. Револьвер. Оружие. Носить с собой можно не только то оружие, что находится в кобуре. Дополнительное оружие можно держать в рюкзаке. Выберите оружие, чтобы произвести замену. Чтобы раскрыть рюкзак, удерживайте X. Найдите нужное оружие, а затем отпустите кнопку X. Нажмите X, чтобы продолжить. Слишком много X. А чё я двигаться не могу? Пойду посмотрю. Останься с Элли. Блин, я ведь знаю, можно как-то прислушаться, ну как?
Вот сейчас может быть страшно. Всякий случай сделаю. Все, мне конец. Он сейчас запалит. Помогите мне, зачем вы там стоите? Так, там два патрона. Надо просто успеть вернуться. Сколько? Один патрон. Да. Я слышу, он бежит за мной. А хп у меня вообще нет. О, господи, ну пожалуйста, можно уже завершить эту серию?
Все, спускайтесь. Ого, ну даешь, Джоэл. Пошли отсюда. Знаете, я подух один раз за тебя. Нет, блин, помочь мне. Хотя бы патроны скинуть. А, я понял, куда надо. Я когда там тут бегал, это заметил. Вперед! Так. Видишь? Все путем. Ага. Опа. Спускаемся. Ну, не тормозим. Можно пролезть. Осторожно. Я тут подумала, вернем оружие и сможем. Что я слышу? Ведь ты сам всегда предлагал залечь на дно. Да, ты все не соглашалась. Ну, теперь. Живем, увидим. Блиточки. Ах, меня это уже достало. Сюда. Тряпки нет. Ну, у нас же и Джоэл. Тесс, сюда. Глянь на рукав. Цикады. Да. Похоже, дела у них и тут хреново. Коктейль молотов. Одним коктейлем молотов можно поджечь несколько противников. Горячие враги могут поджигать друг друга. Нажмите L2, чтобы бросить коктейль молотов. Полусоту льдогеи в укрытии. Следите за своими запасами. Для коктейля молотов нужны те же компоненты, что и для аптечки. Нажмите X. Я не вижу, сколько у меня хп, это фигня с индикатором, что я говорю, в первой серии не работает.
там, видишь? А, я помню этот момент. Мы почти у выхода. Я ж проходил за вас. Ладно, Джоэл, ты вперед, я прикрою. Элли, держись рядом, не отставай ни на шаг. Угу. Не зевай. Понял. Чувак, у нас уже даже если слегка отклоните левый стик, чтобы двигаться тише. Если вас услышат, замрите на месте и подождите. Не видеть в них спора светится. Наш. А у меня ножа нет, да? Потащил куну, у меня ж ножа нет. Или есть нож? Это обычный. Можно мне нож? Или лучше два ножа? Зачем мне бутылка? Мне нужен нож. Я не могу, давайте на этом закончим. Все, мы на этом заканчиваем. Я просто не могу уже. Все, давайте.